Всем привет, дорогие зрители, вы на канале DWPlay, и мы продолжаем Pocket Ants. Как вы видите, у нас вот такая вот тыква появилась в игре, новое обновление добавили в игру. Как вы видите, в связи с грядущим праздником Хэллоуина, кто его отмечает, поздравляю, кто не отмечает, тоже. Короче, всех поздравляю с Хэллоуином наступающим, вот, и с новым обновлением в том числе. Ну что, ребята, я, короче, как бы записывал некоторые моменты не дома, просто в дороге включил, как обычно, хотел пофармить в игре, ну, соответственно, заметил, смотрю, что во, обновление требовало, потом после обновления игра не запускалась какое-то время, и, соответственно, запустил, вот появилась такая тыква, вот такой вот у нас, видите, я уже тут, тут, короче, требуется 500... собрать 500 тыковок, вот эти кусочки, видите, у нас муравьи собирают. И, соответственно, у нас тогда можно привлечь вот такое вот существо. И поэтому я сделаю ставочку в ускоренном виде. Приятного всем просмотра. И мы погнали. Понравилось? Вот, видите, уже сейчас темнеет. И, короче, тыква вот такая у нас становится. Хэллоуинская. Красивая вот такая тыква. Кстати, в чем прикол этой тыквы? Как вы видите, хотя, ну, вы же не видите, тут 1300 грибов. Собирать ее можно бесконечно. То есть она у нас бесконечная. Затрат нет. Каким образом можно это проверить? Ну, короче, когда делаешь на сбор, там нету количества, как, например, на тех же самых листьях. Ее могут сколько хотите собирать. То есть можно отложить в сторону телефон. Муравьи будут собирать, и можно вот так полностью накопить грибы. Я просто поставил на постройку, вот все, все, что мне требовало грибы, вот это все. Можно спокойно сейчас ставить, и телефон можно в покое оставить и собирать. И как вы видите, я уже поймал стрекозу. Да, чисто так, знаете, я просто хотел просто записать, пока как это он выглядит. Вдруг там упущу момент, все-таки, опять-таки говорю, в дороге был, решил заснять эти моменты. Нам еще вот и вдруг внезапно пошел дождь, и как пошел дождь, я сразу если вы заметили, там, конечно, ускоренность в виде будет, сразу призвал, короче, тараканов наших, этих вот таким образом, и смотрю, о, нифига себе, как раз вот как и говорилось всегда, что это у нас там появилось, паук. Ну и ладно, на ножки пойдет как раз нам. Я никак не могу, кстати, ребят, набрать ноги, чтобы прокачать вот это вот камера рабов. Вот, чтобы у нас было, ну, до 80% вероятности удачи, как бы шанса поднять. Никак не могу. Потому что, блин, выходишь из игры, все равно какой-то, так скажем, молодец находится, который может нашу базу разгромить, даже если я расставляю войско. Ну, по максимуму, да, вот как у нас здесь расставляется 50 муравьев. Но я решил вот такое поставить, потому что вот такой обороны и на больше я не могу прорвать. Когда у меня противники с такой обороной. Вот сюда еще, кстати, вот так. 20, сюда 30. Ну, не знаю, если у вас есть какие-то получше варианты, можете подсказать, я был бы рад. Кстати, давайте вот это сюда. Сейчас стрекозу добавим. Вот такая вот у меня оборона. Так, источник. Нафига нажал. Так, если давайте чуть убавим. Давайте прибавим, пускай разделают паука на запчасти. Вот. И потом, как вы видели, появился вот такой ивентский хэллоуинский богомол. Я сначала не понял, что это за тварь. Просто как его призывал, понял, что это, оказывается, богомол. Реально как-то странно выглядит, да? Ладно, меньше болтовни, больше дела. В этой серии я в первую очередь хочу сделать вот что. Покрасить наших муравьев. Я давно ждал этого момента. Правда, правда, ребята. Есть вариант, как увеличить наш склад. Видите, тут тоже 200 кристаллов нужно. Ну, блин, склад. Да я просто, если что, буду объединять вот этих жуков. Может, каких-то избавлюсь, хотя фиг его знает. Посмотрим. Ну, это точно хочу сделать. Вот где оно, блин, я запутался. Так, вот. Значит, я хотел, вот, если не ошибаюсь, вот этот, эти цвета. Давайте сейчас посмотрим еще раз, какие цвета есть. Есть белые.
Да, не зеленый, а вот такой, вот такой цвет хочу сделать. Давайте подтверждаем, ребята. Да, конечно. Я давно копил на этот цвет. И теперь в итоге у нас вот такие вот муравьишки. Это хорошо, ребята, это классно. Блин, красота. Ну, я считаю, что, конечно, там можно еще и остальные покупать. И когда тебе захочется, можно их менять цветами. Вот. Ну, вот так вот. Нам. Все. Теперь у нас муравьи совсем другого цвета. И это круто, это классно, я считаю. Надеюсь, вам тоже понравилось, то пишите в комментарии по этому поводу. Надеюсь, вам тоже так же нравится этот цвет. Что дальше? Дальше у нас, дальше. Кстати, блин, даже не знаю, заходить ли в этот муравейник огненных или нет, так как, ну, смысла не имеет. Там типа в обновлении написано, что скорректировали сложность логова или как там, гнездо огненных муравьев. Ну, скажу вам, та же самая хрень, может даже чуть сложнее стало. Они, походу, блядь, более живые стали, эти жуки. Никак. Как было сложно и почти невозможно проходить, так и осталось. Ну, может, там последующие уровни, может, там, ну, поняли, да? Этажи, может, попроще стали. Но пока что я никаких изменений там так и не заметил, не почувствовал. Было бы прикольно, если вот в тот же муравейник добавили возможность идти туда не просто тупо муравьями, а с нашими жуками. Это вообще был бы класс, я так считаю. Вот, муравьев мы сделали, покрасили. А давайте сейчас посмотрим в деле, как выглядит наш богомол. Сейчас у нас вот один жетончик есть для битвы. Так, их сразу мы распускаем. Вот, вот такой вот богомол-призрак, ребята. Я читал по поводу этих особых, так сказать, жучар. Типа говорят, они, ну, блин, они только типа на вид отличаются, редкие, а по параметрам они точно такие же, как и обычные, все эти жуки. Ух ты, блин, вот видите, у врага тоже такой же есть богомол. Угу, нам бы вынести этого бомбардира, чтобы спокойно можно было призвать. Оп, что, меня сразу завалили, обидно. Оп. Кстати, он мне еще за эту серию еще успел... Ну, не в этой серии, а вообще за это время успел еще выпасть. Этот, как его... Значит, опять попаду под пулю. Бомбардира. Да, выносите бомбардира в первую очередь. Вынести его, чтобы я мог призвать своих муравьев. Да, вот видите, чем выше поднимаемся по... рангу, тем сложнее, я скажу вам, начинают становиться бои. И вот как я вам и говорил, что я заметил, что вот более высокого ранга игроки, вот они вот ставят еще и здесь оборону себе. И вот сейчас по коридору, сейчас мы, надеюсь, встретим, да, здесь жуков. Они как, например, те, что были раньше, там только в основном, ну, возле королевы ставили, мы просто их бомбили бомбардирами в куче. Ух ты, я чуть не сдох. Да задолбали эти муравьи. Че от меня хотите, блин? У меня тут целая армия жуков, никто меня не защищает, блин, задрали. О, успел. А, кстати, а че я не использую вот эти травку? Аж чуть не сдох. А, здесь вообще надо уже созвать муравьев. Тут, в принципе, два скорпиона, это вообще не помеха для нас. Вот если это действительно так, ну, кстати, можете писать комментарии, правда ли, ну, вот эти со скинами жуки, они, ну, по мощности ничем не отличаются от обычных, или все-таки есть различия? Так. Если нет различия, то было бы неплохо, чтобы добавили это различие, все-таки как ни крути, редкие, как бы, да, жуки, вот, и они никаких особых... плюсов не имеет, кроме вида. Как по мне, это не очень. Я бы хотел, например, чтобы, да, у жуков было какие-то еще особые возможности, там, не знаю, какие-то параметры лучше. Все-таки, опять-таки, я говорю, да, надо до ранга повыситься, чтобы вот этих жуков, вот этих золотых,
призывать. Надо, блин, не знаю, гору перевернуть в этой игре. Не знаю, что только там не надо сделать. Чтобы можно было вот эти феромоны, вот эти золотые и синие. Еще, кстати, я не знаю, например, сколько нужно, блядь, розовых вот этих феромонов для того, чтобы сделать какой-то там улучшенный вид феромонов. Вообще не знаю. Ну, столько стараний для того, чтобы просто, блин, жук по-другому выглядел, как бы, как по мне, это не очень. Так, что же дальше делать? Ну, давайте начнем уже призывать жучел. Пожучим их чуть-чуть. Это обычный богомол, там видим. Надо еще добраться до него. А ну, ребят, наверное, это будет в ускоренном виде. Буду останавливать те моменты, когда нам кто-то крутой выпадет. Тридцать или 36, сколько у меня там было феромонов, с них выпадали только одни богомолы и пауки. Ну, то есть, как вы видите, я насобирал сейчас, конечно, их лапок, но тем не менее пока еще не хватило. Я постараюсь еще добить в не видео, может быть, прокачаю себе это шанс успеха, короче, соединение, короче, улучшение жуков. Вот еще, в принципе, что-то добавили в то, что я упустил момент, так сказать вам про то, что тут еще добавили таймер, как бы, например, вот видите, тут вот над красные жуки появятся там через 4 часа, или же то же самое, например, у нас бывает вот тут таймер, короче, вот тут показан, когда ферма тли восстановится, правда, она у меня сейчас есть, видите, поэтому, соответственно, таймера нету. И еще когда появится следующий жук, через 23 часа. То есть, ну, как вы убиваете жука, после этого 24 часа должно пройти, и после этого, соответственно, у вас есть возможность, короче, перейти на... Ну, если там вы не с помощью феромона призываете, а автоматически только. То, что точнее. Вот, в принципе, вот вся вот эта обновочка, ребята. Может, я что-то упустил вам рассказать, напишите об этом в комментарии. Надеюсь, вам этот ролик зашел, вам понравилось. Что насчет последующих дней, я постараюсь, конечно, запечатлить, может быть, попробую записать, там какие следующие жуки будут, и вставлю это, соответственно, в следующее видео, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий ролик, вот, поставьте лайк под видосом, если вам понравилось видео, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Discord канал, там тоже приходят уведомления о новых видео, я там делюсь. Соответственно, вы уже точно не пропустили новое видео. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока, до следующей серии.